Обмен опытом в телепроизводстве, создание совместных телепроектов, а главное – обмен информационным контентом. Медиахолдинг «Пирамида» и самая главная телерадиокорпорация Узбекистана стали партнерами. Соглашение подписали пару дней назад. Специально для этого в Ташкент полетел генеральный директор телеканала «Пирамида». Подписано для нас в трех позициях. Эти три позиции мы обозначили в Ташкенте. То есть первое – это обмен опытом наших сотрудников. Второе – это обмен телерепортажами, сериалами, фильмами, а также разным контентом. И третье – мы будем делать совместные проекты. То есть на основе меморандума мы можем совместные проекты совместно с телеканалом Узбекистана снимать какие-то репортажи, какие-то фильмы, какие-то документальные фильмы. Национальная телерадиокомпания Узбекистана состоит из 12 телеканалов, 4 радиоканалов и 12 региональных ТРК. Вещание ведется в цифровом и аналоговом формате. Гендиректор «Пирамида» отметил, особенно важно, что телеканалу удалось достичь договоренности столь крупной корпорации соседней страны. Мы уже можем где-то ближе с апреля месяца, как говорится, первая поездка, наверное, наши сотрудники поедут, обменным опытом в город Ташкент, а также в Самарканд. И в ближайшее время мы будем ждать с их стороны журналистов, наших коллег в Кыргызстане, в Бишкеке. Вот. И первые шаги, наверное, буквально будут где-то через месяц. Сейчас в НТРК Узбекистана трудится 6 тысяч человек. Уже с этого года между медиахолдингом «Пирамида» и крупной телерадиокорпорацией соседней республики вступит в силу договор, и сотрудники обеих сторон смогут обменяться опытом и производимым контентом. Это просто материал, да? Как бы... Это гипсокартон? Да, гипсокартон, обычный гипсокартон. Просто вот этот цвет, у нас постоянные как бы эти есть. Есть специальный штрих-код. К слову, телеканал «Пирамида» по итогам прошлого года успел достигнуть соглашения с 12 странами. На текущий год в планах расширить сотрудничество еще с 20 телекомпаниями мира. Ну а реализацию совместных проектов с узбекистанской телерадиокорпорацией планируется начать уже в этом году. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, «Пирамида».